Итак, сегодня будем готовить куриные рулетики. Так вот их я положу уже под пленочку. Я уже их разделила на тарелочку. Сейчас будем делить на рулетики. Я сделала соус, 2 ложки подсолнечного масла, немножко терияки, базилика совсем немного и копченый паприк. Я залила уже приготовленным соусом. Сейчас они немножко, буквально 5 минут, и я их начну жарить. Я готовлю себе домашний гуакамоле. Я уже положила грузинскую соль и грузинского чеку. Сейчас я кладу лаенцилла, чечевицу пророщенную проращиваю дома, и фенугрик тоже дома проращиваю. Это все перемешаю. Здесь я приготовила лодочки из лапука, я их тоже очень люблю. Туда я накладывать буду гвакамоле. Получились вот такие вот лодочки у меня. Сверху я посыпала кунжутом и семенами льна и маком. То есть вот так вот все получилось, очень красиво, очень красиво. Вот так вот положили на сковородочку разогретую. И сейчас будем жарить с каждой стороны, как только зашипят, с каждой стороны по 5 минут. И будет все готово. Такие получились у меня маленькие шашлычки-рулетики. Вот так вот. Наслаждайтесь, приятного аппетита. Для 2 человек это вполне достаточно. Так что наслаждайтесь.